В селях Шейергизского района идет строительство средней школы на 100 мест. Стоимость проекта 316 миллионов тенге. Школу сдадут в эксплуатацию в сентябре текущего года. Двухэтажное здание отвечает всем современным требованиям. Причем к строительству учебного заведения были привлечены местные жители. Ранее дети села Акши учились в устаревшем здании школы 1981 года постройки. Отметим, что в скором времени в Ыргизском районе начнется строительство еще двух новых школ на 100 мест каждая. В селах Жанасби и Шенбертал. А в будущем запланировано строительство школ в селах Каракудук и Наркызыл. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации.